Уважаемые жители и гости Октябрьского района, отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района информирует: 28 марта 2020 года все зимние автомобильные дороги и ледовые переправы на территории Октябрьского района будут закрыты. Перевозка пассажиров автобусами будет осуществляться до 27 марта 2020 года включительно всем действующим маршрутам. 28 марта 2020 года перевозка пассажиров будет осуществляться амфибийными судами на воздушной подушке по маршрутам Нижние Нарыкоры-Приобье, Октябрьское-Приобье, Приобье-Шеркалы. Все въезды и выезды с автозимников и ледовых переправ будут закрыты. Обвалованы, перекопаны, ледовые переправы будут несанкционированы проезду угрожающего жизни. Мылась совсем ночью. Не лежать. У вас там жидкость в легких, у вас там закрыто все, легких жидкость. Вам нужна хорошая диуретическая терапия. Диурез нужно увеличить. Если я сейчас вам буду рассказывать, это уйдет еще больше часа. Ладно, все. Давайте вас в стационар. Вы должны контролировать суточный диурез и суточное потребление жидкости. Куда? В Приобье. В Приобье мы вас увезем. Нет. А обратно я как? Галина Тимовна, это, пожалуйста, не ко мне. Давайте сначала туда. Ну, да. Сначала дорогу туда. Давайте обсудим. Для вас это туда, а для меня я потом куда деваться буду? Давайте тогда я рукой просто махну, вот так рукой махну. Вы мне написали заявление, согласие, отказ. Я могла немедленно выйти из палаты, больше с вами не обсуждать ни единой темы. Ну, дело ваше, но я не могу, но я, дороги нету, ноги не ходят. Я обязана вас предупредить, что у вас тяжелое состояние, у вас хроническая сердечная недостаточность уже не первой степени, а уже второй А, то есть с отеками и с отеками в легких уже. Там же как укладывать, надо заранее звонить. Звонить и... Отдельно Ноябрьская больница, отдельно Ханты-Мансийская. Ну, хотя бы какие телефоны есть. Октябрьская, забор, программисты, КС, сестра, холтер. Видите, как на ладан дышит машина? Сейчас я маршрут... тоже на ладан дышу, да что теперь? А маршрутизация расписана так, что шаг в сторону. Машина. Мы даже не имеем права ни к одному этому, на этой машине подъехать к магазину, не имеем права. Ну, я, в принципе, в такой же деревне работала, только там 30 километров, и дорога всегда есть. А потом еще отдаленная деревня, еще 40 километров оттуда довозить. Это не было страшно. Это было привычно. И здесь все привыкается. Ко всему люди живут. Сколько у нас? 1800 какого-то года. 64-го, что ли, деревня. Они же как-то жили. Раньше не было таких ни медиков, ни скорых не было. Их не довозили до причалов. Как-то на лодках, как-то на санях, как-то на чем-то они добирались же. Ну, кто-то, видимо, погибал. И кого-то не успели довезти вовремя. Вот окопь идет из этого, куда она, из Новосибирска же ползет наша окопь. Вот мы правобережье считаем, что левобережье – это та сторона. У нас все коммуникации находятся на левобережье. Вот поезда, значит, автомобильные дороги – все на левобережье. И чтобы нам попасть на левобережье, нам нужно какой-то транспорт через окопь переехать. Какой-то транспорт. Вот сейчас удобнее ходит подушка, там еще машины могут бегать, потом вертолеты полетят. А мы раньше жили, у нас не было ни вертолетов, ничего. И вот мы 2 месяца были оторваны от мира. У нас телефонов толковых не было. Был один стационарный телефон, который был только на почте. Можно было сходить на почту, позвонить куда-то.
Или вот у нас был электромонтёры жили по квартирам, у них были телефоны, к ним ходили, звонили, вот если мне надо было экстренно что-то вызвать. Тема такая, что вертолет-транспорт не все погодный. Вот, особенно в межсезонье, весна-осень, вот погоды такой нет, низкая облачность. Так сказать, потолка не хватает, потому что вертолетная площадка находится на горе. Вот, и полет вертолетов как бы не осуществляется. Люди по 3-4 дня бывало сидели просто на правом берегу, не имея возможности выехать никакой. Вот, поэтому на смену вертолетам пришли сюда на воздушные подушки. Идея эта возникла давно еще, как бы, вот, потихоньку развивалась, вот, ну, сейчас, как бы, заменила полностью, только на перелеты доходы, вот, нас вертолеты оставляют, еще в 80-е годы было обещано, что будет строиться мост, вот, даже в Андрее уже высадился мостоотряд, целый поселок построили, ну, там, собственно, видимо, другие направления развития появились, развалили страны, либо что поиграло свою роль. Ну, поэтому до сих пор моста нет. Часто мы слышим вопрос, что вот-вот начнется. Но шестой десяток, я здесь на севере, и моста до сих пор нет. Лежать и думать, как домой попасть. Женщины сейчас перезагружаетесь в другую машину и на Октябрьское. Ну, мы не против. Да. Я вас не довезу. Давайте. А другая машина где нас будет перегружать? Сейчас я к гаражу поеду. Там а значит, что делать? Тоже проблема с машиной. Точно так же, вот сейчас, не дай бог, пациентке было бы плохо, а мы 5 раз будем туда-сюда ее перегружать. А еще надо доехать до него, до этого приорда. Еще и получить все, и успеть назад. Хоть как-то. Вот поступает больной ночью, а не добежать. Я сама 1.5 года проработала заведующей больницы. 1.5 года. У меня было 25 больных каждый день в больнице. 25 коек. И еще прием. У меня был случай, вот этот Петя Солодовников. У него вот такая манера была, как напьется пьяный, так бутылкой себе то вены разрежет, то, значит, на ногах себе распластает. И всю семью разгонит и сидит, как королек. Из крови из него. Бежит бабушка, говорит, Григорьева тетя, Маша, иди, он рядом в соседях, иди там, говорит, Петька опять, говорит, себе все вены перерезал. Я один раз его сгребла, говорю, пошли. И не боялась я их нисколько, понимаешь, у меня не было страха, вот почему-то не было страха, пьяный, не пьяный. Петька, пошли, не могу я, и тащить-то не на чем, и транспорта-то нет, и машины-то нет. Тащила я его, перла, дотащила в эту гору. Говорю, не могу. Идет Валерка Тимофеев. Говорю, Валера, будь другом, а помоги мне дотащить. Притащила, он не дам шить. Не дам шить, все, я ему вены наложил, все, не дам шить. Я вот так вот наш завалила его на кушетку, села на него сверху, зашила ему все эти раны, сшила, только шум стоял. Все, зашила, девки, это помогает мне, зашью все, все. Миша! Миша, где торговца?
Господи, отдай Маша, это Мишу. Пойдем. Порази. Не скучи. Пошли на место. Мишка. Миша. Ага, там комбикон. Там комбикон, конечно. Миша, ну давай. Ничего, боженька наказал. Утонул я. Утонул, поехал 2 мая на ту сторону. 2 мая реку Жану унесло. Поехал на ту сторону. Вал такой был, ветер. Шлюпка перевернулась, утонул. Вот и все. Экстренно, собственно, экстренно, если какие-то вызовы есть, для этого работают на санзадание, как бы вертолеты санзаданием. Вот. Ну, если нет возможности, там вертолет, как бы на нас выходит соответствующая служба, привлекает к этой деятельности, мы всегда как бы помогаем, выручаем, делаем рейсы дополнительные, больного предоставить там, или еще что-то. В общем, как бы работаем как МЧС, так скажем. Нас каждый год 1-2-3 снегохода кто-нибудь утопит. Вот. Бывают трагические случаи, люди тонут так же. Вот ближе к весне, как бы надеюсь, что лед все толстый, а техника импортная, мощная, перескочим, перемахнем, ну, не всегда получается. Поэтому, как бы, случаи часто случаются, так скажем. Это каждый сезон, практически каждый сезон. Да без. Смотрите, вон привязала, а-га, чтобы пакет не потеряли, потому что слишком много всего. Все, поехали. Thank you.
что фельдшер, что врач, представляете, они все время живут в таком постоянном вот напряжении, чтобы только что-нибудь не случилось, чтобы погода хорошая была, чтобы вертолет прилетел. Потому что сейчас вот все, 28 числа дорога закроется, все, нельзя никого везти уже. Конечно, сейчас это дико кажется. Мне до самому кажется дико, как мы жили. Ну, как жили? Я говорю, самолеты садились вон на реке, а больного везти надо было вот из этой больницы туда и на лошади. И сколько раз бывало, самолет садится, наш же санзадание садится, у нас еще больной не готов. Мы, значит, пока больного собираем, пока мы везем по поселку, а он должен сидеть 30 минут самолет. Он посидит 30 минут, больного нет, забирается, улетает. Оттуда звонок, мы вам поставим на счет, платите. За то, что больного не отправили. Да мы не успели, говорим, вы можете раньше позвонить. А куда мы позвоним? Они позвонят вон Зольникову, а пока она, бабушка, это прибежит, скажет, что у вас вертолет, самолет будет. А потом, конечно, поставили телефоны в больницу, в главную больницу, в организации поставили телефоны, потом проще стало, конечно, проще. Вниманию жителей и гостей Октябрьского района, прибывших из-за границы. В связи с угрозой глобального распространения коронавирусной инфекции и на основании постановления главного санитарного врача России номер 7 от 18 марта 2020 года вы обязаны незамедлительно сообщить о своем пребывании за границей и контактные данные на телефоны горячей линии. В случае появления любого ухудшения здоровья и соответствующих симптомов вам следует обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение по месту жительства путем вызова врача на дом. Мы должны, все сотрудники, ежедневно измерять температуру. Вот. Но мы так договорились, что мы будем по кабинетам каждый себя измерять, но я думаю, что это тоже тихо, мирно перейдет во что. Если я себя нормально чувствую, и чего я буду измерять, и кому буду бегать докладывать, и кто будет собирать эту информацию, а не кто пока. Вот. Ну, может быть, кто-то и будет собирать эту информацию. Опять у этого человека, опять же, видимо, старшая медсестра, она опять же будет какую-то бумажку заводить, где-то будет это все фиксировать, но явно не я. Может быть, фельдшер, не знаю, кому это дело поручить. Вот даже. И как остальные делают в больнице, тоже не знаю. Постоянно у нас работает эпидемиология. Каждый день ведется мониторинг. Мониторинг нашим эпидотделом Октябрьска, посылаем сведения о тех, кто, если становится известно, о тех, кто откуда-то приехал. Особенно если... Ну, у нас здесь таких, можно сказать, что нет. Ну, есть родственники, есть знакомые. Единственное только, что про наших, про местных мы все знаем, но у нас есть еще рыбаки, которые приезжают отовсюду. Вот сегодня был мужчина, сказал, что приехали рыбаки с города Серова, Свердловской области. Вот. Про тех-то мы ничего сказать не можем. Вы понимаете, мы сейчас, вот у нас дорога закончится, и мы в самоизоляции будем. Хотим мы этого или не хотим?
обязательно требование, вот, чтобы все транспортные средства были укомплектованы средствами дезинфекции после каждого рейса, перед каждым рейсом обязательно проводить обработку салона, всех ручек, дверей и прочее, все. Ну, в связи с этим коронавирусом, так скажем. Вот, и поэтому обязательно ездить в масках, чтобы мы в масках ездим, обрабатываем. Так что боимся маленько. Сегодняшнего дня как бы распоряжение губернатора вступило в силу с момента подписания 31 числом. Вот. Вчера, по-моему, да, вчера, сегодня у нас первый уже. Вот. Поэтому ограничения на передвижение гражданских лиц и прочее. И ограничения движения транспорта, соответственно, муниципального, межмуниципального. Но было указание сокращения рейсов. Поэтому как бы у нас это тоже прямым образом распространяется. Вот. Что будем сегодняшнего дня менять график движения, соответственно. Ну, пассажиропоток очень упал по сравнению, так сказать, с предыдущими сезонами. Поэтому это отразится в прямом смысле на нашем кармане. Появился случай, надо его потихонечку разруливать. А так заранее, ну, палату приготовили по стандартам палату. Она, правда, не с отдельным входом, это не бокс. Требуется это по стандартам палаты, а с отдельным входом, чтобы туда ничего не касалось, даже двери двойные, чтобы там перекрывалось все. Человеку пищу через какое-то там окошечко подавали, чтобы даже не было контакта. И осматривать больного, извините, как тоже. Ну, как вот я его должна осматривать? Окошечек таких нет. Это вот они красиво там пишут, где-то открывается шлюз небольшой такой, туда пища. Все, они в окошечко посмотрели. Не знаю, там их не видно, чего они там видят или нет. Что там ведет, там тоже какая-то там, не знаю, может, есть преграда, так, какая-то маска или еще чего-то. Кто им чего там подает? Как заходит врач, обследует, тоже об этом я еще даже не знаю. Как. Какие-то там повесили халаты, типа, которые я должна одевать где-то перед тем, как зайти туда. А по идее, я считаюсь уже с этим больным контактно, это значит, меня надо изолировать. А все, кто ко мне заходил в этот день в кабинет, и все, кто со мной разговаривал, их надо изолировать. Если мы всех изолируем, вообще эту всю больницу надо прикрыть, получается. Вообще закрыть на карантин. А куда пойдут больные? У нас же никто анализы не берет. И сейчас заболеем этим коронавирусом, у нас никто здесь не возьмет анализ. Никто. В Хантах, конечно, там возьмут. Там, может, есть аппаратура, еще что-то. И в Сургуте. Сейчас, раз там в Сургуте два случая или четыре или случая. Большая больница. У меня они, наверное, есть. А в наших деревнях, в нашу деревню, они ничего смотреть не будут. Ну, догадывать не будем, так скажем. Ну, вот на севере нас не дает. Газ не дошел, дороги не дошли, ну и коронавирус не дает.